Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим об известной онлайн-платформе для совместной работы в сфере образования на испанском языке. Представляю вашему вниманию Tutelas. Была создана эта компания в Испании аж в 2013 году. Платформа недавно присоединилась к растущей тенденции ICO, выпустив свой собственный проект Tutelas.io. Tutelas в основном ограничивалась соединением людей, которые хотели бы учиться, и тех, которые хотели бы преподавать, предоставляя пространство для размещения видеоуроков, общения и других функций. Двигаясь в потоке актуальных технологических тенденций, компания решила переформатировать себя и преобразовать мир образования, став новой децентрализованной платформой, основанной на блокчейн, которая будет платить учащимся. Проект, построенный на блокчейне Ethereum, с целью решения основных проблем сектора образования. Это трудность доступа к образованию для наиболее обездоленных, низкие зарплаты учителей, отсутствие связи между коммерческими компаниями и учебными заведениями. Команда проекта ставит своей целью переосмысление подхода к образованию, когда тот, кто учится, получает за это деньги. Все это и будет строиться на блокчейне, и это очень оправданно, ведь смарт-контракты позволяют реализовать эту идею с максимальной эффективностью. Говоря проще, Tutelas – это первая образовательная платформа, которая платит студентам за обучение и вознаграждает учителей в зависимости от их успеха и успехов своих учеников. Как я сказал про выгоду, здесь получают все. Давайте подробнее рассмотрим какую. Для студентов это, во-первых, возможность зарабатывать деньги за учебный процесс. Во-вторых, они получают больше знаний. Как известно, лишних знаний не бывает. В-третьих, это получение награды с помощью программы релевантности. И в-четвертых, оплата будет производиться в криптовалюте. Основные преимущества для учителей. Это первое – мгновенное получение платежей. Второе – заработок с лучшими учениками. Третье – получение награды с помощью программы релевантности. Четвертое – заработок денег с помощью подписки. Пятое. Доступ к VIP рекламным услугам. Также у данной платформы есть команда, которая уже работает в этой области, как я уже сказал, с 2013 года. Эта платформа является ведущей в 20 странах, но благодаря блокчейну она распространится по миру как децентрализованная платформа. Детали ICO проекта. Цена токена. За один эфир вы сможете купить 1000 единиц токенов Tutelas. Хардкап составляет 60 тысяч эфира. Распределение токенов будет таковым: 60% доступны для продажи, 20% пул токенов для гарантов, 10% токенов отдадут команде, 10% токенов на баунти, программу и советников. Вот. Так, pre-ICO проекта. Сроки проведения pre-ICO с 13 декабря 2017 года сроком на 6 недель. Это уже прошло, то есть. Так, далее ICO проекта началось 7 февраля 2018 года. Сроком оно будет идти 4 недели. До 13 февраля будет бонус 20%. До 20 февраля бонус 10%. До 27 февраля бонус 5%. В заключение хочу сказать, что проект очень перспективный и обладает уже сильной, укомплектованной командой, а также имеет огромный багаж опыта и знания в своей области. Благодарю за внимание. До новых встреч, друзья!